Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня у нас замечательное видео на тему диагностика магического негатива. Если вы хотите индивидуально посмотреть проблему свою энергетическую, то диагностику магического негатива можно получить, если вы напишите мне, как это сделать и что от вас нужно. Вы можете узнать из видео в прикрепленном комментарии и в описании к этому видеоролику. Ссылочка на видео, где я подробно с уважением к вам объясняю, каким именно образом вы можете для себя получить расклад любого характера, будь то диагностика магического негатива, профориентация, перспектива отношений, перспективы встречи, как я тебя узнаю, будущий муж, большая карта УЗИ, расклады на любую тему, которая для вас актуальна в настоящий момент. По поводу диагностики защит, по поводу диагностики энергетики и прочее, все это вы можете посмотреть. Но есть нюанс. Я уже много раз рассказывала, есть даже специальное видео, в котором написано, в котором рассказано, вернее, я постараюсь не забыть его прикрепить в конце видеоролика, вот здесь, вот где-нибудь в этой части, ссылочку на него, чтобы вы могли посмотреть, сколько стоит чистка. Оно называется вот так вот. Поэтому там, и опять же, поясняется в плейлисте говорилки, очень много доходчиво, ясно, почему именно так, что никаких чисток, никаких ритуалов не может быть без диагностики магического негатива, ни в коем случае. Почему? Вот зайдите, посмотрите, потому что каждому, ну, письменно или как-то устно каждый раз рассказывать, это великий труд, который был уже совершен и есть в формате видеоролика. Давайте посмотрим, опять же, я говорила об общих видеодиагностиках общего характера, я говорила, когда они могут срабатывать, когда они бесполезны. И действительно, очень часто, когда на человеке есть значимая порча, он даже может просто неправильно свою позицию выбирать, потому что она вышибает его из колеи, потому что она не дает никакой возможности просто увидеть истину. Более того, люди, на которых порча, они очень часто, почему-то здесь две захотелось, даже не могут нормально дойти до чистки по одной простой причине. Именно потому, что их порча не пускает сделать именно это. И очень часто люди буквально вот уже собирается человек, вот я уже иду, вот я уже сейчас пойду все куплю для чистки, а я уже почти дошел, и получается, что никуда он не дошел, человек, потому что порча мешает, потому что создаются какие-то препоны. Но это нужно уметь преодолевать, тем более, если вы вместе с практиком решаете эти проблемы, или если практик в одно лицо, скажем так, вас чистит, то тогда это гораздо проще получается. Так, все у нас арканы на месте, которые должны были быть в колоде. Давайте посмотрим, как расположатся наши великие ужасные сегодня фигурки. Любимое мною сердце из Кахалонга идет на первую позицию. Вторая позиция — тыква королевна. Третья позиция — желудь. И шишка-пышка на четвертую позицию. Вот такая красивейшая у нас сегодня, друзья, с вами получилась выкладка. Тем более, что давно, опять же, я на другую камеру не снимала. Сегодня с другой камерой. Ну, я думаю, что очень даже все неплохо получается. Вы можете выбирать хоть по порядку выкладки, хоть по порядку открытия, но главное, чтобы это было максимально интуитивное. Первая, вторая, третья, четвертая позиция. Для тех, кто выбрал позицию номер 3, давайте сегодня с желудя начнем и посмотрим, что же у нас здесь. Ну, вы знаете, все достаточно ровно и чисто здесь. Единственный момент, единственный нюанс, что здесь могут приходить, прилетать ритуалы воздаяния. И может быть история, друзья, когда вот здесь, смотрите, тяжелые последствия магии, или может быть тяжело в этот период времени вообще влиять на вас как-то магическим, в магическом аспекте, потому что судьба уже как будто бы предрешила определенные действия, и для некоторых это может, ну, мы смотрим где-то на месяц обычно, но здесь может больше, у кого-то вплоть до года. Может такая история продолжаться, но в ближайший месяц что-то трудно с человеком вообще сделать, потому что у судьбы свои планы, как говорится, нет, здесь порчи нет, здесь именно та история, когда называется судьба, если это положено, сама накажет, накажет так, что мало не покажется и никакие порчи с этим не сравнятся. Поэтому здесь давайте-ка мы уточним определенные моменты. Смотрите, здесь может встать большое решение в финансовом вопросе, которое, скорее всего, будет запланировано на лето, либо оно может быть связано с детьми или старшими родственниками. Причем здесь может стоять вопрос какой-то поездки и переезда. Такое очень даже может быть.
Поэтому, друзья, в этой ситуации, конечно, итак, у нас что-то прервалось, кто-то решил позвонить на телефон, но камеру все равно пришлось выключать. Поэтому продолжим. Надеюсь, что склейка пройдет успешно. Смотрите, действительно может быть связано с достаточно крупными вложениями, причем кому-то придется потратить то, что было отложено, не только им самим, но еще и членами семьи. И придется оформлять какие-то документы. Вот видите, мы про одно, нам про другое карты, потому что мы спросили про магию. Магии здесь, соответственно, по этому варианту нет. Опять же, бегите от тех, кто вам навязывает практически в каждом варианте магическое воздействие. А вот несколько позже могут быть, но это уже скорее всего в новом году или в новом следующем месяце какие-то воздействия, которые будут связаны скорее с тем, что на вас может пытаться кто-то поучиться именно, скажем так, магическому волшебству, в ремеслу. Чего-то серьезного, глобального здесь я не вижу. Кто-то защиту будет устанавливать, кто-то будет делать ритуалы на финансовое благополучие, но здесь в целом ближайший месяц он у человека в плане магии чистый, благоприятный. Предостережение, ну смотрите здесь, будьте хитрее, постарайтесь как-то очень мягко обходить углы. И подождите с каким-то важным достаточно решением, если можно отложить на более поздний срок какие-то вопросы или какое-то оформление документов, то лучше это сделать. Если вы решили кому-то ставить крадник, но не еще поставили, а решили ставить, вот ждете момента благоприятного, то ближайшие где-то дней 5-6 лучше вам подождать и только потом проводить уже работы подобного рода характера. Для тех, кто выбрал позицию номер 2, вторая по порядку открытия, такой вот кэп неочевидность. Если под ногтями пепел у меня будет, ну, прошу извинить, где-то могла не домыть, не дочистить, потому что сегодня пол села сожгла, как говорится, в ритуалах. Такой тяжеловатый день. Ну, смотрите, здесь все чисто, в Багдаде все спокойно у вас. Может казаться, что какой-то человек старше вас, ну, немножечко такой, знаете, как будто бы хитрит или поджимает, зажимает какие-то материальные блага от вас, но это не связано с его какой-то магической деятельностью. Может быть, энергетическое влияние мужчины до 40-45 лет, знака воды или воздушного. Слегка обидчивый такой может быть человек, тестостероновый такой товарищ, но сдерживающийся хорошо. Скорее всего, старше вас, либо это может быть человек, но это если вам, допустим, до 45, до 40. А если вы старше, то тогда эта история где-то примерно одного возраста с вами может быть человек. Его энергетическое влияние, оно в целом не негативное. Оно как будто бы немножечко сдерживающее вас. Кто еще может быть задействован? Ну, у вас нет. У вас здесь по этой позиции все спокойно. У кого-то энергетически влияют дети. Причем могут, знаете, проявлять, даже это не негативно, не капризы какие-то, а могут проявлять какую-то излишнюю активность, пытаться о чем-то с вами договариваться, что там, мама, давай вот поедем там куда-нибудь в зоопарк на американские горки или еще чего-нибудь. Но в любом случае здесь вот как будто бы будет вносить какой-то огонек в вашу жизнь ребенок или молодой какой-то достаточно человек. Будет толкать вас, да, вот в определенном направлении. У кого-то может быть так, что животное будет очень сильно проситься гулять, прям очень активно, когда вы проспать решили или что-то еще. Обратите внимание, где-то через месяц-полтора на женщину знака Земли или огненного знака, она может резко исчезнуть. И это может быть сопряжено с тем, что человек будет выполнять работы, либо схитрил и затихарился, либо может выполнять работы, которые могут поставить на вас крадник. Особенно если человек имеет доступ в дом и может положить, допустим, подклад.
что здесь у нас? Ну, вы знаете, блокировать человека не стоит. То есть, если это очень близкий человек, и вообще, если с каким-то человеком, с которым есть конфликт, отношения близкие, и хотелось бы продолжать, то лучше не блокировать полностью, не выходить из отношений, но дать понять, с чем конкретно вы не согласны. То есть, вот свое несогласие выразить, вывалить на этого человека, имеете полное право. Может быть, без перехода на личности, опять же, в какой форме. Ну, знаете как. Здесь в том ключе, что можно это сделать неожиданно для человека, но в форме не то чтобы шутки, но легкой такой форме, без нравоучений и длительных вычитываний ижицы. Для тех, кто выбрал позицию номер 4, она третья по порядку открытия, что у нас здесь? А что у нас здесь? А чего у нас здесь? Ну, вы знаете, здесь история такая. Нападения на вас могут быть. Если стоит защита, то, скорее всего, пока что она выдерживает у вас. И все окей. Особенно, если ставили новую защиту недавно, то она может тоже показать себя неплохо, хорошо сработать может. Но и здесь могут быть работы, которые могут направлены быть на уничтожение ваше, но сперва будут пытаться пробить вашу защиту природную или ставленную. То есть вот есть попытка снятия защит с вас. Ну, есть кто-то, кто, например, сам практикует, может снимать одну защиту, устанавливать другую вот в таком аспекте, в таком ключе. Ну да, здесь кто-то и сам себя тоже веселит. К сожалению, на кого-то могут производиться, в том числе связанные со снятием защиты, некроэнергетические ритуалы. Скорее всего, для вас это закончится, ну, достаточно позитивно, достаточно неплохо, особенно если у вас есть практик, которому вы доверяете, с которым вы работаете, либо если вы продумали хорошо те ритуалы, которые вы делаете для себя. Ну, то есть здесь даже если будет какая-то проблема, помощь есть откуда ждать, да, вот так можно сформулировать. Ой, здесь у вас прям собралась троица такая вот, да, прям зачарованные втроем. Смотрите, история какая. Никогда такого не было, и вот опять. На фоне эмоционального всплеска человек до 23 где-то знака воды или воздуха может поступить не очень красиво. Опять же, это в магическом ключе может отображаться. Мужчина до 40 знака воды или воздуха. И дамочка. Дамочка достаточно жесткая. Знака воды или воздуха. Что-то вас облепили воздушно-водяные. Но причем, знаете как, похоже не на таких людей, которые вот просто истерички ненормальные, а похоже на то, что люди обладают какими-то как минимум зачатками интеллекта и могут быть при каком-то таком настрое не очень позитивном на вас достаточно опасными. Есть такая история тут у нас. Такие вот друзья, которые вам не друзья. Плюс присоединиться к ним может или рассказать о них какую-то правду. То есть вот вы не знали, что они могут нападать и как-то неправильно себя вести. А тут может появиться женщина знака земли или огненного знака, которая откроет вам глаза и скажет: а ты знаешь, что Люся вот так вот себя ведет некрасиво там и так далее. Андрей вот поступил не очень хорошо. Ты обрати внимание, ты присмотрись. То есть могут даже вам на них открыть глаза некоторые люди. Кстати, с нами Ренард сегодня, лисички. Это отсылка к одной из сказок французских, которая легла в основу, которая создала интересную игру, на фоне которой образовалась Ленорман. Буквально недавно я об этом в ближайшем обзоре Ленорман рассказывала. В «Золотых мечтах» Ленорман я об этом говорю. Смотрите, не надо пока что магически воздействовать в ответ. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что может истина быть и на вашей стороне, но численное превосходство немножечко не на вашей стороне. Поэтому здесь, скорее всего, надо обозначить то, что вам не нравится. Лучше поругаться в реале, чем как-то вот призвать на себя какие-то некрасивые действия в плане работ. Если есть какая-то проблема финансового вопроса, решайте ее через деньги, а не привлекая магический аспект. То есть вот если поставлен финансовый вопрос, решайте его через финансовую сферу. Не надо лезть в магию и пытаться как-то с этим что-то сделать по-другому. Ну и, конечно, у нас первая позиция, первая, вторая, третья, компот. Что у нас тут?
радостная, веселая, непринужденная. Так. Ну, здесь в целом в Багдаде все спокойно достаточно. Кто-то в положении или планирующий беременность еще загадал эту позицию. Смотрите, есть человек, причем может даже быть человек ушедший, который молится за вас. И человек, который либо после чьей-то смерти вдруг стал воцерковленным и пытается сейчас ходить там, допустим, по храмам или другим религиозным учреждениям, либо просто стал молиться чаще. Есть такой нюанс здесь. И этим человек может не то чтобы очень помогать вам, но он может сдерживать вас от каких-то необдуманных решений. Я не могу сказать, что на вас категорически плохо воздействует то, что он делает. Но в целом пока что его какие-то прошения, они в правильном ключе происходят. Для кого-то мужчина знака Земли или огненного знака, старше 40, ушедший или живой. А для кого-то это человек, который в ближайшие дней 15 вам приснится. Вы поймете, о ком речь, если не поняли еще. На ближайший месяц, смотрите, серьезных изменений пока не будет, но вам могут попытаться навязать подклад. Подклад не очень мощный, то есть, ну, это из рук в руки прямо вот будут стараться передать. Будут стараться это сделать. Причем стремительно, знаете, как вот человек: о, я тебя давно ищу, на, вот возьми что-то. Вот если прямо из рук в руки передают, то, наверное, не стоит даже брать. Если вы понимаете, что человек подозрительный, подождите, пусть отлежится, подклад будет слабенький, поэтому вы можете сказать: ой, Маша, положи там на полочку, пусть полежит. И вот оно у вас на работе день, два, три пролежит, а потом силу потеряет, и можно будет, или за это время можно его будет посмотреть, сделать диагностику, сделать свои выводы. Если ничего плохого не делали, то все у вас будет нормально. Если допустили вы какую-то гадость, может прилететь вам бумеранг или воздаяние, может хорошо на вас сработать. Не ставьте сейчас ультиматумов на нервной почве в истерическом состоянии по работе. Не кричите: а, мы теряем время, время уходит, а ну все построились, надо срочно успеть до какого-то определенного числа. Если, допустим, кажется, что горит с беременностью, и вы там начинаете в 32,5 года бегать, как потерпевший с пистоном в одном месте, и орать, что срочно, если я вчера не забеременею, то все, капец. Вот не надо таких вещей делать. Здесь карта очень интересно ложится, которая говорит о том, что вам надо вложить в себя. Вам нужно иметь накопление для того, чтобы чувствовать себя более уверенно в тяжелые времена. И это должно избавить вас от необдуманных поступков, вот эта мысль, хотя бы на ближайшие полторы недели. За это время уже будет какой-то прогресс, будет какое-то приятное изменение, которое позволит вам действительно хорошее что-то получить в этой ситуации, решить проблему. Ну, вот какая-то такая подозрительно добрая диагностика. Я думаю, что ближайшую не раз в месяц, там, да, как обычно мы это делаем, надо будет сделать. А даже, может быть, надо ее будет сделать побыстрее, через пару недель, если кто-то напомнит, будет великолепно. Можно в Телеграме мне будет написать по этому поводу. В прикрепленном комментарии ссылочка есть на Телеграм в описании. Так что приходите, и там по поводу диагностики магического негатива можно будет отписаться. Потому что что-то слишком мягкое, какая-то такая диагностика. То есть может быть промежуточный период, когда люди еще не созрели на то, чтобы совершать какие-то очень резкие, очень жесткие шаги в отношении вас. Такая вот история, друзья. Всем желаю удачи и благополучия. До встречи. До свидания.